Что, когда подтягиваться будешь? Ага, 10 раз подтянусь. Серьезно? Нет. Ты же и тазом. Оп. Я, ну, ты серьезный человек, конечно. Ярик, я тебя знаю дольше всех в этой команде. Вот теперь скажи мне, пожалуйста, что тебя сподвигло заняться всей этой бесовщиной? Понял, что так продолжаться больше не может. Пора заняться собой. Так. Нужно встать на правильную дорожку. Так. И потихоньку я на нее встаю. Угу. Поможет тебе это пройти на International? Может быть, на International не поможет, но по жизни точно поможет. А с чего ты вдруг понял-то это? Я-то всегда знал. Так. Просто никогда не мог решиться. Угу. Но сейчас что-то меня смогло сподвигнуть. А тиммейты тебя поддерживают? Это? Тиммейты? Ну, что этот один. Даже не знаю, что сказать. Они вроде тоже занимаются, но я этого никогда не видел. Так. Обычно я сюда прихожу, я один тут. Угу. Но мне говорят, что они занимаются до меня. Угу. Так что... Во сколько? Во сколько? Да. Ну, где-то за час они. Угу. Раньше. Я на час позже обычно стою. Угу. А менеджер занимается с вами зарядкой? Менеджеру? Менеджеру это не нужно, он и так спортивный. А тренер? Тренер? Ну, у него своя личная зарядка. Просто встать с кровати. Комплекс упражнений у тебя есть? Ну, я там вчера погуглил. Так. Сейчас будем пытаться. Угу. Ну, лучше... тут что-то тяжело все смотрится, я не знаю. Брусь это? Ну, брусь это тяжелая штука. Не, брусь еще не тяжелая. Мне подтягивается тяжело. Так, ты лучше скажи, чего ты хочешь добиться всем этим? Ты какую цель себе поставил? Накачаться или сбросить вес? Да. Вес у меня вроде лишнего нет. Или, может, сердечно-сосудистую систему, так сказать, наладить? Не знаю, скорее просто майндсет изменить, что ли. Майндсет изменить. Так, если ты начал заниматься, ты уже его изменил. Вот. Угу. Ну, нужно же сохранить эти изменения. Угу. То есть, если я один раз позанимаюсь, это же не значит, что у меня майндсет изменится. Дома я, правда, не особо этим занимаюсь. Это только тут я начал, на буткемпе. И что, тебе играется легче после всего этого? Или вообще никакой разницы нет? Вообще, чувствую, что легче. Ну, мне это помогает лучше проснуться, размяться. Я как бы часто очень замечал свою проблему в том, что вот я проснусь, и это обычно я просыпаюсь, да, за минут три... За час, за минут 30 до КВ. Угу. Поем, потуплю, толком даже не просыпаюсь. И очень себя вяло чувствую. Угу. На тренировках, да и вообще где-либо. Но благодаря моей новой системе. По секретной формуле, да? PH плюс. То есть примерно за 4-3,5 часа я просыпаюсь. Ну и просто успевает организм проснуться нормально, чтобы себя хорошо чувствовать уже на тренировках. Плюс сейчас можно сыграть пару пабликов, что тоже очень для разминки полезно, можно сказать. Можно самокат отжать, кстати. У ребенка? Я сам ребенок. Вот это да. Надо просто повисеть. Это правильно. Надо Пока ты отдыхаешь, расскажи про чуваша. Как он попал в команду вообще? Кто ее принял решение? Как это же твой напарник, получается, по саппортингу. Получается, что так. Игрок четвертой позиции. Угу. Мы рассматривали несколько вариантов. Угу. Сначала, когда мы потестили парочку игроков с папа, мы сразу поняли, что это не то. Угу. Потом мы поиграли с Чувашом, то есть он вообще сам по себе изменился. Я думаю, многие о нем там слышали, что он вообще совсем не серьезный игрок, то второй лох, еще что-то. Угу. Но сейчас он совсем себя по-другому ведет. Всем привет, меня зовут Женя, мой никнейм Чуваш, и я новый игрок Team Empire. Все так совпало, что нам даже не пришлось выбирать. Ну и все, вот мы с ними играем, вот так он примерно и попал. Помню, вот мы 8,5 бежали так. На физре в универе. Так. Я там сдох просто. Ну, я типа бегать вообще не мог. Я там после первого круга уже умирал. Так, так, так. Ой. Теперь можно и позадротить, да? Тяжелая у тебя жизнь пошла, конечно. Да что-то я чувствую, как это так все поло делать. Ну давай, рассказывай про Арзика. Значит, про Сеню? Про Сеню. А Сеня прикольный чувак. Нет, прикольный чувак, как говорит Лил, не профессия. Вернее, это говорит не Лил, но ладно. Так я и не говорю про профессию. Он как человек, он очень прикольный, интересный. Крутой, доска. Так. С ним можно о чем поговорить. Как сказать, как и на работу можно, и побухать, короче.
Как-то так можно сказать. Ты же не бухаешь. Ну, я условно. Условно. Ну, и потусить пусть будет так. То есть и по моралечке может поднять, да, и поиграть. Да, да, да. Вот. Во всем хорош. Как тренер, он... Короче, в двух словах, он хороший тренер, мне кажется. Он нам много чего преподнес. Подсказывает там во многих моментах. Гоняет нас, если где нужно. А этого нам как раз сейчас и не хватает. Какой-то вот самодисциплины, что ли. Где ему есть что сказать, он всегда это говорит и не стесняется. Может даже где-то покричать. Самый прикол, знаете, почему так происходит? Это, знаете, я считаю, что вот это вот болезнь вообще. Вы на кол реагируете так, что вы молча просто идете. Вы можете на кол ответить: погоди, столько-то, мне типа нужно обойти. Но вам впадло что-то сказать, и вы делаете полнейший тупик. Не впадло сказать: подождите 10 секунд, мы обойдем. Типа, мы опаздываем, мы обойдем. Все, вас все поймут, с вами не дебилы играют. А кто отвечает сейчас за пики, ты или тренер? По сути, только тренер. А пикает кто, ты? Да это не важно вообще. Пикать надо сейчас любой может. Главное, что тренер скажет, да. Ну, сейчас в основном все только тренер делает. Угу. У нас там бывает, конечно, момент, ну, там ему иногда тоже нужно мнение команды, например, по какому-то герою. Часто, ну вот, например, там, когда игроку какому-то играть, например, Ростик, ему герой берут, он там посоветуется с ним, какой герой тут лучше. Именно он отвечает сейчас за стратегический план больше, так сказать. А тактика кто? Костик? Ну, внутри игры по большей степени, именно всеми нами, наверное, да, координирует Андрей. Он может сказать: пошлите на эту вышку, пошлите Рошана, давайте сейчас все сюда подойдем, ты отойди там. Такое часто бывает, ну, что он за это отвечает. Ну, также по игре, конечно, я могу где-то заколить что-то. И мы там тоже, конечно, само собой послушаемся. Короче, колит как бы любой, но... Больше всех Андрей. Больше всех Андрей, и плюс за ним, наверное, больше последнее слово, что ли. Он там одобряет мув или не одобряет. Понизили! У меня было 7955. Какая разница, блядь? У меня было на 500 больше, чем у него. Это? Верните ПТС! Я старался на калибровке, честно старался. Я старался, алло, Габен! Скорее всего, ее просто переделали. Напиши Габену, Диман! Игорян, позвони по своим каналам Габену. Так, а мне завезли чуть-чуть.